6 декабря в городском историко-краеведческом музее состоялись общественные дебаты, темой которых являлись межнациональные отношения и политика идентичности. Инициатором выступили депутаты Армянского городского совета совместно с Центром молодежных инициатив. На встрече присутствовали депутаты Армянского городского совета, представители учреждений и организаций и молодежь нашего города. В начале мероприятия директор музея Людмила Варшавская познакомила участников дебатов с религиозными общинами и социальным паспортом армянска. В рамках темы присутствующим было предложено пройти тест и выбрать, с кем бы они хотели оказаться в одном купе поезда. Результаты показали, что выбор участников дебатов был связан со сложившимися стереотипами. Так, например, большинство высказалось, что не желали бы путешествовать с цыганом, только что освободившимся из мест лишения свободы. Людмила Варшавская подчеркнула, что зачастую наше мнение об этой нации не соответствует действительности. Например, цыгане, проживающие в нашем городе, ведут оседлый образ жизни и еще во времена советской власти имели заслуженные награды и работали в различных отраслях производства. На вопрос, нужно ли менять стереотипы, студенты ответили, что это зависит от желания человека. При этом депутат Армянского городского совета Людмила Турчина сказала, что невзирая на сложившиеся мнения, все люди должны быть терпимы и толерантны друг к другу. Кроме теста, участники дебатов рассуждали о том, какие стереотипы у них сложились о той или иной национальности. В частности, мнение об украинцах у большинства было связано с кулинарными пристрастиями, о крымских татар – об их уважении и почитании старших, а также о культе семьи. Как отметили участники мероприятия, дебаты прошли в интересной форме. Из неформальной беседы каждый почерпнул для себя что-то новое, а депутаты взяли на заметку вопросы, интересующие громаду Армянска. Напомним, год назад, 6 декабря 2011 года, Центр молодежных инициатив совместно с Международным республиканским институтом провели в Армянске первые общественные дебаты. Их целью являлось повышение активности жителей в общении с городской властью и депутатами, а также улучшение демократических процессов.